Я абсолютно убежден, что этот митинг организовывается, значит, нынешними правящими партиями. Тем более, что у них, как мы знаем, есть серьезная поддержка, значит, европейских всяких комиссаров, западных разных служб. Я думаю, что нас ждут многие сюрпризы и перед выборами, и во время парламентских выборов. Поэтому, например, я всегда призывал, что вот левые силы, левоцентристские силы республики, в принципе, должны объединиться, значит, готовиться к выборам не просто на уровне пропаганды, а готовиться к разным провокациям, которые могут исходить и от правящих ныне партии, и, надо сказать, и от правых сил. То, что кто-то хочет провести акцию какую-либо против России, против Румынии, против других стран, как говорится, это позволительно в демократическом государстве. Другое дело, что в нынешней геополитической ситуации, когда все в республике разделено 50 на 50, такие манифестации, такие акции, безусловно, что они носят такой довольно подозрительный характер. Люди, которые затягивают в общество именно в такие провокации, должны очень ясно себе дать отчет, что там может закончиться очень плохо для страны.